Ну, они пока еще строятся. Ну, ладно. Нормально, нормально. Единственное, что рояль нужен. Рояль нужен? Вы думаете, нужен концерт вместе? У нас тоже запись. Она обидится. У рояля тоже, что было раньше, так. Ну вот, так вот совсем. Вот я раз вот так вот, под концертмейстера, под обрез концертмейстера, чтобы она была видна с края. Thank you.
Константинова, концертмейстер Любовь Елецкая. Я предлагаю нам сыграть в игру. Мы будем оценивать мастерство наших исполнителей по вашим аплодисментам. Надеюсь, они будут очень звонкими и продолжительными. И окунемся в историю. Что же такое музыка барокко? Музыка барокко очень эмоциональна, драматична и виртуозна. Самыми яркими ее представителями стали композиторы Италии, Франции, Англии и Германии. Произведения некоторых из них прозвучат сегодня с нашей сцены. Итак, на сцене трио дамбристов в составе Анастасии Ларионовой, Василины Капкова, Вячеслава Новикова, концертмейстер Наталья Коростылева, Франческо Мария Верачини, Ларго. Аплодисменты! Thank you.
руководитель Кирдяшкина Татьяна Ивановна. Thank you.
вашим аплодисментам мы успешно перелистнули страницы барокко и переходим к следующей музыкальной странице – классицизму. В отличие от динамичного и эмоционального барокко, в классицизме уравновешенная композиция, логическое развертывание сюжетной линии, отсутствие проявления бурных эмоций. Самыми яркими композиторами классицизма были великие австрийцы Йозеф Гайдн, Кристоф Глюк и Вольфганг Амадей Моцарт. Кристоф Виллибальд Глюк, мелодия, исполняет Дарья Решетникова, концертмейстер Кейра Анастасия. Аплодисменты.
играет инструментальный квартет в составе Дарьи Решетниковой, Марии Мироновой, Максима Ионина и Полины Кириченко. Ваши аплодисменты, мы перелистнули еще одну музыкальную страницу и переходим к эпохе романтизма. В музыкальном искусстве развитие направления романтизма занимает весь 19 век. Композиторы-романтики старались с помощью музыкальных средств выразить глубину и богатство внутреннего мира человека. Романтизм в русской музыке можно охарактеризовать одним словом – душевность. А самыми яркими представителями русского романтизма были Сергей Васильевич Рахманинов и Петр Ильич Чайковский. Открывает самую лирическую страницу наших концертов коллектив классического танца «Галатея» и струнный ансамбль «Петр Ильич Чайковский. Вальс из балета «Спектр».
блестящая красавица.
Жорж Бизе. Антракт к четвертому действию оперы «Кармен». Исполняет квинтет народных инструментов. Thank you.
Сергей Ларионов. Thank you.
дождя. Граммофонные пластинки с композициями джазовых музыкантов выпускались миллионными тиражами. Зарождалась массовая культура. И следующую музыкальную страницу под названием «Джаз» открывает эстрадный инструментальный оркестр «Ретро». Руководитель, почетный работник общего образования Российской Федерации, почетный работник культуры города Москвы Корниенко Элеонора Герасимовна. И первая композиция, которую мы услышим, называется «Без политики». Гордон Гудвин, автор. Мы потанцуем немножко пока. Yeah.
принимает участие почетный гость, лауреат 16-го международного телевизионного конкурса «Щелкунчик» и лауреат всероссийских конкурсов Михаил Петухов.
что тут говорить? Рок покорил весь мир и открыл эпохи винила. Говорить о нем можно много и долго, но я, конечно же, не буду. Потому что когда звучат рок-композиции, ведущие комментаторы замолкают. А почему? Да потому что нас просто становится не слышно. На сцене белый галстук Бен, Кэнди Далкер, Бинку. Yeah.
Примо из репертуара Aerosmith, что в переводе значит «мечтай». Thank you.
Леонид Пальванов. Thank you.
Талыцкую и ансамбль современного эстрадного танца «Angel» «Borrowed Time». Исполняет сводный хор.
солисты Мария Аганова, Ксения Машутина, Леонид Пальванов и Ксения Мотолыцкая. Встречайте! Успехов!
Аллилуйя! Всем вам!